Всем привет, друзья! С вами Снежана, и сегодня мы будем разговаривать с Димой, с нашим суперстудентом в школе ЕС Дубай. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Учусь в школе ЕС Дубай. Чё, прям на Ютубе видео с 1 миллионом подписчиков, но это так, это не сильно. А чем в общем занимаюсь? Да. Ну, я занимаюсь блогерством, у меня есть проекты в разных сферах, ну, то есть занимаюсь всем, что прибыльно. Зачем нужны близкие? Чтобы увеличить прибыль. Почему? Ну, в принципе, я думаю, очевидно. У меня проекты в крипте, и там все, в принципе, на английском языке. Мне нужен идеальный английский, 20 уровня, разговорный, чтобы я все понимал, ну и так далее. Соответственно, это однозначно пригодится в моей деятельности. Да, в принципе, я думаю, что английский он везде нужен. Нужен везде. Ты думаешь, ты можешь получить такой английский в школе из Дубая? Ну, я его уже 3 месяца получаю, поэтому, так как я тут до сих пор вот нахожусь, значит, да. А, мужчина здоровый, да? Раз я сюда хожу, значит, тут нормально. Окей. Что можешь сказать студентам, вот, которые сейчас сидят и не знают, стоит ли ехать в Дубай, исламская культура вообще, пустыня? Ну, все зависит от целей. Если есть желание переехать, то, мне кажется, Дубай — это лучшее место для базирования сейчас, ну, в плане легкости сюда попасть, ну и всего остального. Цена-качество одобряю. По школе мы вроде еще не обсуждали. Что могу сказать об этой школе? Единственное, лучше я не нашел, поэтому я здесь. Все, в принципе, можем заканчивать видео. Ну, кстати, у меня был опыт обучения в школе иностранного языка, точнее английского. Когда мне было еще 17 лет, это почти 10 лет назад, я учился в Майами. Так. Вот. Там было что-то похожее, уже сильно не помню, но помню такие же парты, вся атмосфера, вот эти вот теплые воспоминания сразу навели, когда сюда пришел. То же самое. И вот это вот, знаешь, чувство, давно уже не учился ни в универе, ни в школе. Вот это вот забытое чувство, что надо там готовиться к тестам, к экзаменам, изучать что-то, мозг напрягается. Но самое главное, в принципе, почему я сюда попал, это чтобы, соответственно, развивать мозг. Потому что изучение иностранных языков – это самое лучшее занятие для мозга, исцеляющее занятие для мозга. Вот. Учителя классные? Да. Учителя здесь, как сказать, разноплановые, из разных стран, и много что рассказывают своего. Там один, допустим, мне посоветовал много мест, крутых, куда можно поехать в Дубай, другой вообще по всей стране. Мы там разбирали места интересные, там уже узнал. Откуда были твои мечты? Из Великобритании, из ЮАР. Американцы будут? Нет. Будет? Но мне наоборот нравится, что у них произношение такое UK, потому что мне оно больше как полезно в плане изучения сейчас. Спасибо, ты очень за интервью. Удачи. Взаимно. Пока-пока.